Ты сказал Громковский. Получается, что рано радовались? Или просто надо дождаться официальных заявлений? В любом случае, скоро все прояснится. У Дастина Порье получилась неожиданная переписка с фанатом. Все знают, но напомню, Порье — это третий номер среди легковесов. Он написал у себя в Твиттере, что хотел бы подраться с Хабибом Нурмагомедовым, и здесь подключился фанат. Давайте послушаем. Порье пишет: «Хочу получить Хабиба Нурмагомедова». Ему отвечает фанат: «Или Тони за пояс чемпиона. У меня предчувствие, что Хабиб завершит карьеру». Порье отвечает: «Любой из них. Давайте сделаем бой». Фанат говорит: «По-моему, ты получишь Тони. Хабиб выбыл на минутку». Порье отвечает: «Победа будет за мной». Фанат говорит: «Думаю, ты нокаутируешь Тони». И Порье соглашается: «Я тоже так думаю». Здоровский получился диалог, правда? Как я думаю, Тони сейчас надо, как и всем нам, дождаться решения комиссии 29 января, чтобы узнать, насколько отстранят Хабиба, и уже плясать от этого. Ему нет сейчас смысла соглашаться на какой-то другой бой, если Хабиб скоро вернется. Ну а если Нурмагомедова отстранят надолго, тогда уже что делать? Варианты есть, подерется с кем-то из топ-5. Жалко, время идет, и организм не может постоянно быть на пике формы. Я имею в виду Тони Фергюсона. Хотелось бы увидеть все-таки лучшую версию его в бою с лучшей версией нашего Хабиба Нурмагомедова. Подписывайтесь, чтобы знать больше.